побывать на ферме и на планете коров. В действительности, это то место, где мы планируем находиться в вечности. Галука Вриндавана. И Господь Брахма, он в своих молитвах, он описывает эту планету, там, где множество коров Сурат. Очень интересно, что имя Кришны Говинда, Гопал, и он отвечает корову. И он всегда, как Прабхупада, он указывает свои течения в книгах, он говорит, что одной рукой он обнимает Радхарани, а другой рукой он обнимает корову. То есть они оба очень дороги для него, и преданные, самые близкие преданные Кришне. Очень интересный момент, что Шрила Прабхупада, когда он начал свою проповедь в Америке, он одним из первых проектов начал духовные общины. Одной из таких ферм была в Новом Вриндаване, потом Гитанагари. И это было его глубокое желание, чтобы преданные они могли жить очень просто, думать возвышенно. В действительности, современное общество, оно Прабхупада называл сумасшедшее, как и Писание говорит. Никогда не поздно повернуть обратно, неважно, как долго мы ехали в неправильном направлении. Но нам праматта круты или карма, индрия притхая. Праматта означает сумасшествие. И вот различать, что есть благочестие и что есть греховность, современное общество, оно потеряло эту дискриминацию. То, что является нечистым, вполне нормальным является в сегодняшний день. И то, что является нормальным, люди считают это абсолютно недоступным и невозможным в современный век. В одной из своих книг «Материальные решения, духовные решения материальных проблем» Прабхупада, я помню, пишет, что современное общество, оно потеряло рассудок, чтобы правильно дискриминировать и различать, что есть грех, что есть благочестие. Для того, чтобы понять Кришну, Кришна говорит в Бхагавад-гите, необходимо множество жизней, накопление благочестия. Ишат антагата папам джананам пуньякарманам тидвандвамоха нирмукта бхаджати мам дридам вратаха. Он говорит, что джананам пуньякарманам, множество жизней, человек должен копить благочестие. И потом, благодаря этому благочестию, это иллюзия сомнений, и невежество, оно рассеивается, и тогда человек может только поклоняться Богу. Как другие писания говорят, невозможно стать, как там, свиным рылом в калашный ряд. Вот. Сначала должен быть человек подготовлен для того, чтобы войти в Царство Господне. И это благочестие, Шрила Прабхупада указывает в той же книге, он говорит, что мы пытаемся дать обществу понимание, что есть грех, что есть благочестие, и это мы делаем, организовывая фермы. Такие вот удивительные поселения, где люди могут приехать и воочию убедиться, что есть благость, что есть благочестие. И вот служение коровам, служение Матери Земли, Земле, это является высшим благочестием в действительности. Это огромное благочестие. Интересный момент. Современные исследования они сделали, что человек, который находится в контакте с землей и с коровами, он, особенно вот коровий навоз, да, сегодня были на ферме, ходили там, в земле копались. И удивительное чувство такого насыщения и здоровья. Вот. И вот ученые доказали недавно, что тот, кто работает с землей, копается в земле вот, и работает с коровами, он вдыхает витамин В12. И люди, которые находятся на земле, они спокойные, они без стресса, без такого. А вот человечество, которое потеряло контакт с землей и с коровами, у них постоянно стресс и этот... Витамины они вдыхают только эти газы и загрязненные атмосферные осадки. Поэтому вот эти фермы, мы сейчас находимся на планете коров, это удивительная возможность просто обогатиться духовно, обогатиться благочестием, вот, служа вайшнавам, коровам, матери земли. И вот земля это го, также земля. И корова тоже го. И вот Гопал, Говинда, он тоже в духовном мире. Он бегает босиком по земле, соприкасается с землей. Он служит коровам, хвосты крутит с самого детства, да? Как мы читаем в Кришне, источник вечного наслаждения. И у Кришны там нет ни Мерседесов, и у Кришны там нет мобильных телефонов и компьютеров.
Он просто счастливо бегает с пастушками, служит коровам, помогает своему отцу. Вот. И черпает наслаждение в этом. Вот я почувствовал такая удивительная атмосфера духовная здесь. И чтобы ощутить эту атмосферу, да, это невозможно сделать по интернету, это невозможно сделать прочитав книжку. Это необходимо просто приехать и почувствовать, как невозможно, знаете, покушать по телефону. Невозможно позвонить в какой-то ресторан и заказать себе блюдо, пиццу, и покушать его по телефону. Нет, мы должны реально поехать и вкусить ее. Подобным образом вкусить эту атмосферу, это называется шакти паринамавада, трансформация энергии. Вот когда вы пребываете здесь, вы таким образом заражаетесь этой атмосферой, пропитываетесь ей. И много говорят, знаете, лучше раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому я даже лично сам, я в прошлом году приехал сюда, так вдохновился на самом деле. И когда я уехал в Непал, где я сейчас прохожу служение, выполняю служение в течение 15 лет, мы тоже там сейчас купили землю, нам правительство выделило землю, выделило коров, нам выделило. И мы сейчас очень активно стараемся служить коровам и спалывать землю и работать на земле, потому что будущее, как Прабхупада говорит, оно не очень светлое, особенно в этих цементных джунглях, в городах современных, понимаете, в этих пещерах люди сидят, обнесенные бетоном. И мы потеряли контакт с землей. И я даже так вдохновился, и когда я рассказывал про эту общину, планета коров, своим лидерам, они настолько загорелись, мы хотим сами поехать и почувствовать, и посмотреть, и пропитаться этим духом. И вот сегодня мы привезли сюда тоже 10 лидеров, наших всех руководителей проектов, президентов храмов всех. Мы с Непала приехали сюда, и вот здесь они в земле копались, Раджараш Прабу их водил по всем участкам, на ферму, на кухню, вместе коров доили. Вот. И настолько вдохновение все получили, знаете, что мы решили даже сделать такой международный мост Катманду и Омск. Катмандомск. Мы назовем такой мост, будет такой духовный. И в действительности это то, что Прабхупада хотел, чтобы преданные сотрудничали, чтобы они дружили, воспевали духовные имена вместе и служили совместной цели, удовлетворению Кришны. И вот когда преданные собираются вместе, нет ничего приятнее для Кришны, чем настоящие отношения между преданными в служении. Настоящие друзья – это не те, которые смотрят друг на друга, а те, которые смотрят в одном направлении, как сказал один великий философ Сент-Экзюпери, французский. Поэтому у нас цель одна, очень четкая цель. И, как говорится, знаете, дни и годы пролетают быстро, а оглянуться некогда назад. Жизнь дана короткая, как выстрел. Плохо, если холостой заряд. А у вас всегда на сердце чисто, от невзгод. Не прятались вы в щель. Жизнь дана короткая, как выстрел. Если так, то выстрел только в цель. И наша цель – удовлетворить Кришну. И вот в 4 песне, 30 глава, 8 стих, Кришна говорит про прочетам. Я не очень вдохновлен вашими аскезами, но я очень вдохновлен вашими настоящими зрелыми отношениями. И поэтому вы можете попросить у меня любые благословения, он сказал. Поэтому если мы будем организовывать вот такие фермы, которые дают нам возможность жить вместе, служить вместе, не нужно ехать на работу, не нужно так бежать в этих пробках машинных, понимаете, застревать постоянно по несколько часов. И говорится, знаете, знание – это свет, а не знание – чуть свет и на работу. Поэтому очень многие люди, знаете, с утра до вечера бегают, такие крысиные бега. А вот здесь такая атмосфера, знаете, спокойствие, вот, прикосновение к земле, к коровам. И что мне понравилось очень здесь, что здесь преданные, они доступны друг для друга. С утра до вечера мы все вместе. Это настоящая санкиртана. И я бы очень хотел, чтобы мы все вместе попробовали прикоснуться к этой атмосфере, к этому образу жизни. И если не физически, то, по крайней мере, принять какое-то участие и помочь таким проектам, вот, в их развитии. Но если мы смогли приехать из Катманду в Омск, поверьте, это не самое легкое занятие, привести целую команду из Катманду, из Гималайских гор, в леса Сибири, в Омск, то уж действительно все люди, которые находятся неподалеку, на территории России, они обязаны принять участие в этом удивительном проекте и увести с собой такую, знаете, эту духовную инфекцию и посадить ее где-нибудь там в своих местах, чтобы эта программа разрасталась все больше и больше. И Кришна, и мать корова, и все преданные, и Шрила Прабхупада будут счастливы, если мы это будем делать. И я уверен, что в конце дня, знаете, вот моя такая глубокая реализация,
конце дня. У нас ни проекты не остаются с нами. Вот. У нас не остаются большие там деньги или банковские счета. Вот в конце дня, что у нас есть, мы есть друг у друга. То есть вот отношения, да, потому что в духовном мире самый главный принцип – это отношения. Отношения с Кришной, отношения с преданными. Дати прати грехнати, гухема тяти притяти, бунты будяйте тяйва, сад вити прати лакшанам. Где шесть признаков любовных отношений, они возможны, когда преданные собираются вместе. Ну, вот мы тоже, так мне понравилось сегодня, мы привезли подарки с Непала, нас здесь одарили подарками. И, как неудивительно, подарки были связаны с коровой. Мы привезли им такую корову, и нам подарили столько подарков, связанных с коровой. Корова, молоко, там, сметану, ги, вот, различные мыло из коровы сделанное. И корова, она как магнит, который объединяет всех. Я очень бы хотел, чтобы все мы в этой жизни смогли послужить матери корове, послужить матери земле, послужить друг другу, послужить святому имени, воспевая его совместно. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джай Шрила Прабхупада ки джай. Спасибо большое. Вот это да, здорово сказать.